турнир по бодибилдингу город Ростов-на-Дону. Контакт, Лена, контакт, если еще подключается. Сейчас пройдем, посмотрим чуть-чуть. Могу это. Вот сейчас люди что полетят. Тебе? Могу вернуться. Вот это тут шаурмой крутят, когда все голодают. О, наверное, дети будут выступать. Всем привет! Сегодня Витёк выступает с нашего города. Вот. Девушка тут дратует, подходит всех своей шаурмой вкусной. Но скоро Витя себя побалует. Серёга, даю ещё 600. Желаем удачи. Вот сейчас он общается с тренером. Витёк, скажи что-нибудь ребятам. Мою фразу. Спорт, я покажу баночку. Просто баночку и спорт в каждый дом. Да, глянь, там вот сыночек машет. Все здесь. Все здесь. Что происходит за сценой? Здесь гримируются. И передам. Вот комнатка для грима. Все дорого, конечно, но какого хрена? Ради мечты можно, блядь, и отдать денежки свои. Сейчас уже идет церемония открытия, наверное. Поэтому сейчас вам покажу, кто будет выступать первые. Я, конечно, в Суле. Нет, это в Ростове у вас ДК «Оксана» театральная площадь. Ну вот, вот, смотрите. ДК, ДК «Окса», это ДК «Окса», да? Вот такие, какие красивые девчонки сегодня будут на открытии. 154 есть? Ну вы же встаньте, положите. 159 за 159. 160. А как называется это? 161. Это ребята, детский фитнес. Самая маленькая. По машиночкой. Смотрят со всей области вас. Какие красотки, да? Ну и чуть-чуть заглянем. В общем, желаем всем удачи. Девочки, а ну-ка помахай, девочки. Все, давайте удачи. Пока. Вот, извините. О. Все, идем. Вот так, значит, вот он только начинается с детского фитнеса. А потом, конечно, будет, как всегда, кучу бикини. Наша номинация — это классический бодибилдинг. Неожиданно для самого себя тренером Виктора стал Сергей Ожиненко. И это очень прекрасно, потому что парень тоже с нашего города и поддерживает своих земляков. Да, привет, привет. Вот выступает. Вот он пошел сейчас. Ты будешь продолжать сушиться? Как вообще у тебя самочувствие? Да, все нормально. Спасибо тренеру. Все, состояние отличное. Слушай, ну это какое твое выступление по счету? В классиках первое будет. Для этого пляжники были. А, да, я знаю, ты готовился к вчерашнему дню, но вчера не было твоей номинации. Да, категории не было, ничего, отдохнули, покушали тортики. Тортик, ну... Сегодня настроение, самочувствие. Тортик это очень вкусно. Главное, чтобы не заметил. Да, не заметил. Еще такой вопрос, скажи, как ты форму, как думаешь, лучше со вчерашним днем? Уже как-то подвелся. Да. Каждый день улучшались. Сегодня уже небольшие изменения, но все равно. Сейчас еще соль внесет свое дело. Все сейчас будет шикарно. Ну, мы вам покажем турнир, ребят. Покажем еще, что происходит внутри. Сейчас я пойду прогуляюсь, Витьку пожелаю удачи. К нему чуть позже вернусь. На самом деле это не больное лицо, это нормально. Вот, просто... Вы еще больных не видели, да. Все, давай. Ну что, пойдем прогуляемся. Так.
Вот сейчас гримерки. В том году я тоже здесь. Народу много, несмотря, можно? До конца 20. Несмотря на то, что это Ростов. Мама, все грузятся. Ну, чуть позже выйдем еще, ребята. Мы покажем вам то, что происходит именно на сцене. И сейчас, ну, как обычно, перед шоу делают там небольшие выставки. Посмотрим, что там в этот раз привезла Спарта, наша всеми любимая. Вот. Короче, давайте через минут где-то 15 еще выйдем в эфир. На связи.